Житель Самары Геннадий Русулов трудится водителем более 35 лет. Мужчина признает, сегодня передвигаться по дорогам областного центра стало гораздо комфортнее. То, что было раньше, то, что сейчас, это небо и земля. Стараются все-таки прислушиваться к нашему мнению. Не то, что на тротуаре он делает, вот, а и дороги старается делать. Так что молодцы. Ремонт объектов на средства нацпроекта «Безопасные качественные дороги» в текущем году в Самаре завершился. Все работы приняты, замечаний к подрядчикам нет. Всего в этом году в рамках нацпроекта было отремонтировано 38 участков общей протяженностью более 57 километров, включая обновленные сверх плана. Власти города уже определили, какие дороги будут ремонтировать в будущем году. Будет отремонтировано 41 участок автомобильной дороги протяженностью 45 километров. На сегодняшний день все конкурсные процедуры у нас прошли. Муниципальные контракты заключены. Это позволит подрядным организациям за зимний период подготовиться, закупить необходимые материалы, оборудование. Предусмотрено применение новых материалов и современных технологий, что является одним из важнейших условий реализации дорожного нацпроекта. Например, в будущем году на дорогах, где будет идти ремонт, впервые установят антишумные и антивандальные люки смотровых колодцев. Они будут с прорезиненным покрытием. К этому решению пришли по просьбе жителей и ресурсоснабжающих организаций. Люди жаловались на воровство. К тому же со временем, после долгого срока эксплуатации, крышки люков начинают греметь. Антивандальные люки, они имеют специальный внутренний замок, они заклеваются на специальный вот ключ, поэтому открыть просто так обывателю его не получится. Это позволит нам снизить риск их кражи, а также уйдем от проблемы, когда жители нам вот жалуются на происшествие вот времени, на шум от этих люков. Гарантия на новые люки 5 лет. Кроме того, специалисты сообщили, что на следующий год участки автодорог отремонтируют методом больших карт по всей ширине проезжей части с применением современных высокопрочных асфальтобетонных смесей. Помимо этого, городские власти включили в план работ обновление межрельсового пространства, замену бортовых камней там, где это необходимо, а также ремонт тротуаров. Например, такие виды работ предусмотрели на проспекте Ленина, улицах Пензенская и Коммунистическая, проспекте Масленников. Мне бы хотелось, чтобы не только проезжая часть ремонтировалась, но и не забывали про тротуары. В этой зоне находятся магазины различные, вот по Мичурину туда вниз и выше. Здесь находятся и аптеки в большом количестве, то есть развязка автомобильная, ну, автобусные остановки. Поэтому здесь проходимость людей очень большая. Хотелось бы облегчить людям жизнь, сделать пребывание в этой зоне более-менее комфортным. Ремонт дорожного полотна будет вестись во всех районах областного центра, включая отдаленные. Будут учитываться обращения граждан и предписания ГИБДД, а также взаимодействие с УНФ и другими общественниками. Специалисты проведут мониторинг состояния объектов, автодорожного покрытия и других элементов улично-дорожной сети, в том числе на прилегающей к дороге территории. К работам подрядчики приступят, как только позволит погода, после схода снега и с наступлением стабильных положительных температур воздуха. Как правило, масштабная ремонтная компания стартует с начала апреля.